Я думал, что это ран пошла. Видал какой? Она как-то на уровне вообще лазать-то лазят, ну. Так, в общем, нормально. Там точно пещера уже есть. Понятно. Это у мелкого. Это мы остались без ничего. Нам то сока не досталось. Особенно на ваших этих грецов посмотрим. Вообще такие изнуренные, изможденные, как будто их на галеру посадили. И не кормят. И не кормят. Да, и не кормят. Ой, кошмар. Ты в воду даже купаться можешь, в кепке ходить, ты голову не мочишь. Ой, как? Ой, прыгнул. Ой, бак прыгнул. Высоко. Он второй раз. Что-то там, по-моему, льется. Там уже не один раз влилось. На катамаране оно. Нифига как сидёшь. Ты уже высох. А мне тоже не хватает.
там? Олежка там? Да, Олежка там. Олежка там. Баба сеяла дорожки. Баба сеяла дорожки, сказала я другу. Не холодно. Ну давай, оп. Будок еще. Ну ладно. Рыбок, не снимай, иди так попрыгай. Эх, мыла нету, сейчас бы рубаху как раз постирали. Все, выходи на берег. Все, пошли на берег. Баба сидела. Да. Напибался. Наглотался. Все? Глотнул воды, что? Баба сеяла горох. Я слышала, что он хлебнул. Ну так. Хорошо. Прелесть. Вот что, Андрюш, головой играть собираешься? Андрюш. Да он с рыбами играет, что ему? Иди. Я ловлю рыбу. Идите с бабой Людой, поделайте прыжок. Иди. Баба сеяла горох. Иди, иди давай. Попрыгай. Андрей. Пойдем делать баба сеяла горох. Пойдем. Иди. Пойдем сюда. Вот. Пойдем. Давай, вот тут мелко еще. Давай. Я тебя за руки буду держать. И будем прыгать. Глянь, как я мелко стою. Давай. Бегом так, раз, и прибежал. Давай. Ой, трусишка, что ли? Давай. Иди. Ай. Вон, даже Олежка пошел. Прыг. Прыг, скок. Вот так. Давай. Иди сюда, иди. Давай. Глюх! Давай ручки побольше. Ну шагай сюда, шагай. Ручки,
ручки надо помочить. Но тут нету водорослей, давай. Подожди. Давай руку. Ладно. Давай руку. А ты вот сюда иди, вот тут нет. Иди вот сюда. Давай руку. Сам, иди сам. Смотри. Тихонько. Водоросли. Вон, пошли. Мы нам не нужны. Давай. Давай руку и будет хорошо. Давай. Идем. Папа сила. Папа сила. Подожди, водичка протечет, водичка прозрачная будет, и будем снова прыжок делать, ладно? Надо? Еще? Надо насос. Надо бассейн в речку опустить. А? Бассейн в речку опустить. Ленка, что воду не ставишь на кашу? Пока костер горит. Рыбки кушают. Что там? Рыбы кушают. Рыбы кушают.
Куда тебе надо вставать? Выходи сам. Что вставать? Хочешь выйти? Выходи. Выходи. Рыбы пришли меня лечить. Другого там сильно рыбы не стоит. У меня фотографии есть. Я там делала вот так вот. На тапочках рыбы видно. Постепенно будем, да? Пока не затянула искупаться. Сейчас я эту картонку попробую. Вы же не ездили, откуда дырки-то? А? Вы же не ездили никуда, откуда дырки-то? Как не ездили никуда? Вчера-то. Ну, то, что не получилось, так ведь мы оборвячили слишком много. Почистили круто. На
тоже пока не надо. Написано, когда в таком году. Да. На него даже залезть можно, да? Зачем? Можно. Обязательно залезать. Все желание его 1779 года, да? Это он из камня цельного тела. Майя. Ну да. Из целого камня вытесанный. Из целого камня вытесаны и в плиту это, сделано отверстие и поставлены туда. Да. Нормально так. 1779. Угу. Андрюш. Андрей. Отойди, а. Тут твою попу не хочется фотографировать. Отойди, говорю. Быстренько. Иди сюда. Иди сюда. Вот. Отсюда тот крест. Вот они два креста друг против друга сделаны. Да, в муравейник. Ага, там и муравейник. Смотри, вот он муравей, аж до сюда выбирается. Муравейник. Куда они пошли? Муравейник фотографировать. Смотри, какой большой там. Да, иди. Вон, иди-ка посмотри.
тоже надпись сделана. Там. Я на тот смотрю. Хорошо, снимаю. Получилось? Получилось? Ну ладно, не буду смотреть, у меня батарейка садится, потом будет. Так сначала тот сделали, а потом этот, или наоборот? Оба сразу. Оба одновременно делали, да? И никто его не переворачивал, так и стоял. Карьеры раскапывают люди, а не карьеры раскапываются сами. Я говорю, карьеры раскапывают земли, землю, добывают воду, вентиля. Я никогда там ничего не проверял. Я даже не вижу. Че? А где я-то? Что ты на меня показал? Странно. Ходи, вот это да. Лови сливку, большая и маленькая. Тут крокодил у нас берегет. Крокодил вот стоит. Сейчас мы Андрюшу на него посадим и оставим тут. Пускай плавает с крокодилом. Ну чего? Нет. Чего, он тебе не нравится, крокодил? Нет. Почему? Видишь, почему я не говорю? Нет. Нет, сейчас. Потому что он другой устарел. А если вытащить, речь, то сейчас вам осталось, то чуть-чуть она вытащит. Субтитры сделал DimaTorzok.
Так она же идет вот так вот. Нет. Круг, вот как карьер делаю. Вот так такой, что меньше, вот меньше, так. Меньше. Ну что, смотря как ты будешь уменьшать круги на нас. Она у тебя вроде глубокая глаза, ты можешь получить. Да, она как встречная. А обратно не вернешь? Это моя ложка. Я к себе давно понесу. Это моя ложка. Сейчас помыть. Не будет вымыто, ночью это пинками выгоним. Ладно. Борода. Не согласен. Согласен? Не согласен. Да. Да, ладно. Что ты, ладно? Ты можно покушать, где я выдать? Да, да. Да, да. За него и держитесь. Стоять? Стоять? Вот, хорошо, молодец. Так, покоритель гор и вершин. Камеру-то машите иногда. Я тут уже. Туда иди, в дырку. Почти вошла. Так. Надо ее насквозь пройти и загадать желание. Мама, боже. Что такое придумал? У нас любят попридумывать. Я тут. Сейчас. Пакал! Фу! Ага. Тут сквознячок. Камушек. Снимаю. Да. Вверх голову надо поднимать, чтобы увидеть. Поднимаюсь? Угу. По той стороне иду. А? Сейчас я туда вот направо. И уже сняли. Заходи. Аккуратненько надо. Вот это что? Вот это что?
красивые такие. Да, уже готово. Причем это, из Японии это приехали. Так, а, берег окажем... врежемся. Сейчас в берег всадимся. Мама! Вот чебрец. А рядом этот радиола розовая. Очиток. Вот. Вот это радиола. Вот это вот розовые листочки у нее? Да. Вот. Ты снимаешь? Вов, чебрец видел? Да, вот там розовенький на скале кустик. Ты пойдем, этот, меня папа один. Ты снимаешь ради этого? Чебрец? Да. А вон на скале это. И радиолочку рядом. Водичка. А? Водичка вон. Ага. А выше вон гвоздика цветет розовая. Вот я одну нашла, но она уже не сидит. Она больше не приближается. Разведи крылья. Ну как? Упорно сидит. Что она вся отстает. Вот, можно ехать, нет?
Угу. Ой, смотри, в скале колокольчики. Красота.